Ну а в эти дни в Сибири проходит 5-й юбилейный фестиваль «Хрустальный Томск». В этом году конкурс объединил 60 художников из разных городов России и весьма неближнего зарубежья. Приехали мастера из Италии, Швейцарии, Кыргызстана и Малайзии. На престижном конкурсе отметились и скульпторы из Чебоксар – Евгений Акимов и Александр Иванов. Чебоксарские мастера специализируются на резьбе по дереву, но иногда меняют материал. И вполне успешно. На 30-минутном блиц-турнире, который прошел в день открытия фестиваля, победу одержали именно наши ребята. Мастера из чебоксарской команды «Айсберг» в этом году решили создать ледяную скульптуру под названием «Зимние покатушки» или «Миньоны» в Томске. Наши резчики серьезно настроены на победу. Каждый день работаем над ней. И получается, остается у нас один день. Да, финишер, значит, сегодня ночь нам не спать. Кстати, капитан команды Евгений Акимов уже дважды становился победителем фестиваля ледовых скульптур «Хрустальный Томск» в 2014 и 2015 годах. Лучшую ледяную скульптуру выберут уже 14 декабря. И все творения мастеров останутся на главной площади города и будут радовать томичей до самой весны.